В Беларуси задержаны члены преступной группы, которые пытались продать картины под видом известных работ Клода Мане, Ван Гога, Эдварда Мунка, Константина Юона и Василия Кандинского. За 5 картин они рассчитывали получить 2 миллиона евро. Изучив произведения искусства, специалисты предположили, что картины имеют определенную ценность, однако их стоимость значительно ниже заявленной. При обыске по месту жительства задержанных сотрудники КГБ обнаружили и изъяли более 100 старинных икон и картин. Авторы их пока не установлены. По предварительной оценке специалистов, они также выполнены на полотнах и красками 18-19 веков. В настоящее время в отношении указанных лиц Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность». Однако точную правовую оценку их действиям можно будет дать только по окончанию расследования уголовного дела.